Приоритетным направлением в деятельности Тольятти Азота является обеспечение безопасности и охраны труда на рабочем месте для всего персонала химического предприятия. Недавно в основных и ремонтных цехах ТУАЗа были установлены необычные зеркала. И не просто зеркала, а своего рода памятка о личной безопасности. Напоминание о том, что к работе можно приступать только в средствах индивидуальной защиты. Необходимые для туазовцев средства защиты в виде рисунков наклеиваются на поверхность зеркала, чтобы, посмотрев на них, иметь возможность тут же сравнить со своим отражением. Специально разработанные рисунки-наклейки заметны издалека. Зеркала в полный рост человека устанавливают на выходе из раздевалок и корпусов. Круглосуточно это зеркало висит, и оно именно ее место перед выходом на площадку с производственных помещений, с раздевалок, с АБК. Вот сейчас минимально закуплено пока пробное 40 зеркал, розданы в основные и ремонтные цеха, где сейчас поэтапно будут восстанавливаться, и при необходимости потом обследуются, где не хватает еще, будут еще дозаказываться. Отметим, что наклейки напоминают только о минимальном наборе средств индивидуальной защиты, которые необходимы для посещения производственной площадки. Для ряда профессий и проведения опасных работ существует специальная дополнительная защита. Новые зеркала стали еще одной профилактической мерой в комплексе мероприятий по обеспечению безопасного труда на производственных объектах Тольятти Азота.